Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Цена вопроса». И в этом видео мы поговорим о музее искусств, расположенном в городе Крайова в Румынии. Музей расположен во дворце Константина Михаила, построенном с 1898 по 1907 год по проекту французского архитектора Поля Готера. Дворец когда-то принадлежал Михаилу Константину, члену одной из самых богатых семей Румынии и известен как дворец Жана Михаила. Дворец украшен лестницей из каракасского мрамора, стенами из ливановского шелка, люстрами из мурановского стекла, расписанными потолками, частично позолоченными лепниной и венецианскими зеркалами. Он принимал королей Румынии, а в 1939 году изгнанного президента Польши Игнация Мосицкого и бывшего югославского лидера Иосипа Броз Тита. Музей был основан в 1954 году и является главной достопримечательностью города Крайова. А главной достопримечательностью самого музея является галерея Константина Бранкузи и 6 его скульптур. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и наслаждайтесь этим видео. Всем хороших путешествий!